Привет всем подписчикам и гостям канала Мира Red Fishing. Вот решил такое видео снять. Сегодня на почте забрал две свои обновочки. Как бы весна, начало сезона. Хочется обновиться, пускай даже в бюджетных вариантах. Но все же обновочки есть обновки. Очень приятно. Две эти обновочки я заказал в магазине Fish Hunter. Очень хороший магазин. Было приятно пообщаться с менеджерами, отправили в тот же день заказа. Никаких нареканий по поводу работы вообще магазина нет, цены адекватные, нормальные. Все ссылки на соцсети и на сам магазин будут в описании под видео, посмотрите, переходите, может что-то себе выберете. Ну поехали, вот как вы уже видите, первая моя обновочка, это бюджетная катушка от Дайвы. Ниндзя LT 3000. Это означает, как я понял, переходная модель. Давайте ТТХ его посмотрим, потом катушечки. Ну вот, 5,3 к 1 передатка. Вес 250 грамм, максимум 10 килограмм на фрикцион, на шпулю. 80 сантиметров шнура за один оборот рукоятки. 4 шарика подшипника. Ну сколько плетенки будет лазить в шпулю, вы видите. Поехали смотреть на саму катушечку. Ну, катушечка уже есть в интернете. Даже сам Куца ее там крутил в руках. Ну, с комплектацией что? Шпули запасной нет. Инструкция. Схемы, разборки. Здесь шайбочки для регулировки более качественной укладки шнура на шпулю. Ну вот такая сама по себе катушечка. На вид приятная. Сочетание черного и красного всегда круто. Ну, всяких краш-тестов я проводить не буду, разбирать не буду. Повторюсь, она уже есть в интернете, вы можете посмотреть. Даже в самого Сергея Куцая. Мне нравится, что фрикцион нравится, тут как во время вываживания рыбы можно пальцем так раз достал и подрегулировать сам фрикцион. Нравится то, что от собственного веса рукоятки прокручивается. Но это говорит о том, что все настроено, все четко, блин, механизм работает слаженно. Люфты такие минимальные, еле слышно присутствует. Тут побольше. Ну тут, я так думаю, все как бы по допустимому. Останавливается быстро. А, стоп. Сразу. Намотку шнура покажу уже непосредственно, когда в следующем ролике, когда попаду на рыбалку на днях, послезавтра. Там посмотрим, как она наматывает. Ну все, приятное ощущение дорогой катушки. Могу только сравнивать с Ryobi, была мне Эксия. То примерно 1-1 счет, но
Не знаю. Ну, конечно, там ручка была такая, складалась, там она никудышняя. Через пару рыбалок начинает уже там хляпать все. Эта ручка прижимается. Кноп неразборной, как известно. Тоже люфтик, ну, минимальный есть. Посмотрим в эксплуатации, как она себя поведет. Там были варианты подороже немного, уже с подшипником. Но я надеюсь, что из старых катушек каких-то найду подшипники. А если не найду, поменяю, достану, куплю, поменяю. Ну. Ладненько, вот такая катушка. Первая обновочка и вторая обновочка. Вот такая. Спиннинг. Куцая. Куцайская разработка. Фаворит X1 появился в продаже. Сразу мне отправили. Я тоже заказывал в магазине Fish Hunter. Все быстро. Одной посылочкой пришло. Конечно, коробочку почта истрепала. Товарный вид подпорчен уже у коробки. Переживал, чтобы там ничего не отломали. Ну, все пучком. Так что новой почте привет. Пламенный, в кавычках. Так, ну, под эту катушечку взял для пробы Фаворит X1. Ну, уже, честно говоря, на потрях его пробовал. То палочка мне понравилась. Спиннинг, я думаю, будет бомба. Ну, во всяком случае, как бюджетный вариант. Бросковость его, там игра, как он твичит воблера, будут на рыбалке. Я уделю этому внимание. Ну, вот такие обновочки. Да, резкость, конечно, круто. Разнесенная ручка. Ну, я думаю, тут тоже особо рассказывать нечего. Он есть в интернете. Сережка его хвалит. А, еще немаловажно. Вот ты прислали не что иное, как гарантия на спиннинг на год. Термин гарантии 12 месяцев с дня продажи. Ну, я думаю, это что-то означает. В всяком случае приятно. С голограммой. Так что документ настоящий, голограмма. Да, магазину, конечно, спасибо вообще огромное за то, что быстро все сделали, быстро пришел мой заказ. Еще положили вот 4 таких упаковочки. По 2 в каждой поводки. Флюрокарбон в 55-м диаметре. 12 г на разрыве, ну, по 20 сантиметров. Это вообще как бы приятно. То я, ну, думаю, надо делать пару поводков себе. Не пару, десяток на рыбалку. А тут такой приятный сюрприз. Потому что бывает в лень делать их. Ну, в принципе, непосредственно на рыбалочке можно сделать. Ну, вот так. Вот и все на сегодня, в принципе. Ну, все, всем спасибо. Обновки свои вам показал. Протестируем их, погоняем спиннинг и катушку на рыбалке. Может быть, еще удастся что-то поймать. Уже люди ловят, смотрю. Вот такие обновочки пришли мне с магазина Fish Hunter. Ссылочки все в описании, уже сказал. Вот визиточка.
Ну все, всем спасибо за просмотр. Ждем камеру для съемок рыбалки. Всем ни хвоста, ни чешуи, извините. Всего наилучшего. До встречи на рыбалке, на водоемах. Пока.